Сегодня в Слободе вспоминали Александра Гусара. Он руководил ополчением района. 8 мая 1992 года его расстреляли и сожгли в собственной машине. Это сделали террористы группировки «Бужор» под руководством Илашко. И каждый год в этот день на могилу Александра Гусара возлагают цветы. Слободе, городской мемориал. Сегодня здесь собрались друзья, коллеги, родственники Александра Гусара. В 1992 году он руководил ополчением Слободейского района. Был одним из основателей республики. Сам был родом из России, но жил в Приднестровье. Женился, родились дети. 8 мая 1992 года террористы группировки «Бужор» Гусара расстреляли и сожгли в собственной машине. 8 часов должен был Саша меня взять. Звоню, мне говорят, Саши нет, уже пару минут, уже за 8 часов. Он меня уже должен был взять, и мы должны были ехать на адрес. И тут уже и Саши нету. Мы создали республику нашу вот такими людьми, ради них, ради их детей. Потому что надо было кому-то сплачивать, а Саша был такой ярый, быстрый, шустрый. Вечно кипящий. Избавлялись от таких, как был Саша. Просто избавлялись. Смерть отца, этот страшный день его гибели, болью проходит через всю мою жизнь. И думаю всегда, смог бы он поступить иначе, выбрать другой путь. Нет, не смог бы. Потому что для него были присущи мы такие качества, как честь, доблесть и отвага. И любовь к своему народу, к своей земле. На поиски Александра Гусара тогда отправили вертолет. С высоты быстро нашли горящую машину на окраине сада. Сегодня к его могиле легли живые цветы. А дальше забег памяти. В нем приняли участие более 50 человек. Маршрут – улицы города. Дистанция – почти километр. Победителям медали и кубки вручила дочь Александра Гусара.